Фестиваль Камбо – это, конечно же, прежде всего ассоциация с природой, ассоциация с чем-то таким народным. Я вот сегодня тоже немножко в народном стиле одета, потому что люблю Камбу именно за обращение к истокам. И люблю, что этот фестиваль объединяет очень много разных жанров – и музыку, и моду, и изобразительное искусство, то есть… И то, что это связано с нашей территорией, с Пермским краем, это всегда замечательно. Камба – это яркое событие, которое украшает жизнь пермяков, жителей Пермского края, собственно, и гостей из других регионов. Это на самом деле такой уже сформировавшийся сильный бренд Пермского края, культурный бренд, которым можно гордиться. Для меня Камба – это какой-то параллельный мир. Значит, сейчас очень модно в Перми. Мем «Как не в Перми». Вот Камба – это «Как не в Перми». Это, наверное, географически не определить, это просто альтернативная реальность такая. Яркая, пестрая, цветная, полноцветная, шумная, меняющаяся, текучая, живая и настоящая. Камба для меня – это настроение. Это особый фестиваль, наиболее яркий, наиболее интересный в Пермском крае. Я его очень люблю и каждый год считаю, что я обязана посетить этот фестиваль, заводить своих детей, родственников и рассказать про него наибольшему количеству людей. Камба – это праздник всегда, это русское, национальное и многонациональное. Это вот такая дружба большая. Вот что такое Камба. Фестиваль Камню для нас – это такая, знаете, как бы треугольная пирамидка, в которой… В центре может быть Камба, а вокруг праздник хлеба, да, то есть я вот от своей темы ходить не буду, потому что что такое хлеб? Это хлеб, ведь цепочка, зерно, мука и хлеб, да, то есть три составляющие. Поэтому мы как раз в этом формате увидели, что мы очень удачно здесь можем вписаться, и когда было предложено поучаствовать через, ну, скажем так, удобное для всех сторон сотрудничество, мы подумали, почему бы нет. Фестиваль Камба для нас это очень большое, интересное, веселое, не знаю, душевное домашнее событие. Мы являемся партнерами фестиваля Камба уже не первый год. Поэтому в данном случае Камбе спасибо за возможность, ну, действительно красиво продвигать продукт. Это всегда для, ну, вот маркетолога важно, да, найти что-то такое, чтобы было и недорого, мы все понимаем, в каком мы мире живем, да, и в том, чтобы было это все сделано, ну, действительно так вот креативно через увлеченных людей. Для меня фестиваль Камба – это праздник. Это один из фестивалей, где я не работаю и только получаю сплошное удовольствие. Ну, это для меня концентрат такой пермской жизни. И в житейском, и в музыкальном, и в плане отдыха, и работы, и всего. Вот вся Пермь у меня вот в этом сосредоточена.